Товары, я сейчас хочу это отправить своим знакомым, буду отправлять ролик. Так, вот товар. Вот это лечебная прокладка, да, лечебная. Она стоит также, да, она стоит недорого, лечебная прокладка, она вообще по-женски полностью, вот эта вот лечебная прокладка. Вот турмалиновая щетка, цены недорогие, все доступно. И это вот мыло детокс и мыло с коллагеном. И все на травах, что вот это мыло, даже мылом не назовешь, это, да, вот какой-то сбор трав, да? Оно лечебный сбор трав такой-то, когда жуунганда все токсины выводит, вот это токсины выводит, вот это токсины, волосы прям под кожу, прям это, вытаскивает всю грязь. Вот эта маска, да, вот в этом, в ТНТ, да, по 100 тенге вот такая одна штучка, а здесь 5 штук, да? Вот такая вот в ТНТ. Вот такая одна штучка, они продают по 5000 тенге, вот такую одну, такая одна. А у нас здесь 5 штук по 1000 тенге, это вообще, вот для такой маски, здесь коллаген, да, гиалуронка, вот это, для такой маски это вообще смешная цена. У нас одна 1000 тенге. Вот 1000 тенге. Ну вот это 5 чем-то, в 1000 тенге примерно выходит. А вот это вообще смешная цена. Вот это смешная цена, здесь вообще оно выходит, вот по 300, по 400 тенге, здесь вообще выходит по 180 тенге себестоимость. Внутренние, внутри, 25 штук. А у нас вот это с коллагеном, с гиалуронкой, по-моему. А в этом просто на травах, в Артеме на травах есть маски, там чисто на травах 300 тенге, 400 тенге стоит. А здесь 25 штук, хоть машься, замашься, да? Вообще рекламировать, и кто-то, и вот это вот, хочет, да, сюда привезти. Да? Вот это, да, вот это вот, это магазин, турмалиновая, да? Стелька, да. Да, здесь магазин турмалиновый, да, на магазин надо приводить. Турмалиновая стелька, она согревает зимой вообще ноги в теплоте, ну, почти, не, в тепле, и они еще лечебные, лечат по точкам, организм, весь организм лечит. Вот это вот вообще классная сыворотка, это вот, которая это подтягивает, да? Ариранг. Нет, это с гиалуронкой, по-моему, да? Доброе утро, говорит, да? Вот это с гиалуронкой. Это еще не все. И вот это вот конфетное дерево, у кого Альцгеймера, баргой? Альцгеймера, вот конфетное дерево. Вот это вот. Альцгеймера. А, вот это где-то сколько она стоит? 24 тысячи. Намного хватает. В общем, это еще не вся продукция.